Приветствую вас, дамы и господа, и мы продолжаем прохождение игры под названием Bully. Сейчас у нас урок грамматики. Здравствуйте, дети. По программе положено, чтобы вы выполнили задание по лексике. Почему бы вам не доделать их в классе? Тогда дома у вас будет больше свободного времени. Так, ну поехали. Инструкция. Составь как можно больше слов до конца урока, нажимая по буквам. Слова должны быть существительными, именительного падежа в единственном числе. Мне кажется, я ни одного слова не соберу. Так, и все мне обязательно... 3 минуты у нас есть, блин, всего лишь. Так, ну давайте самое очевидное. Сок, я вижу. Рот. Well done. Кот. Твою мать. Кот. Good one. Рок. That's right. Крыс. Крыс подойдет, интересно, вряд ли. That has to be some sort of slang, yes? Соты. А, в единственном числе, да? Там, по-моему, было написано. Да, соты тоже не подходят. Можем перемешивать. 34%, осталось 40 секунд. Я больше не могу слов найти. О, стоп, точно. That's right. Так, стоп, есть. Сок был. Сорт был. Просто начинаю... Или не был, да, был. Начинаю забывать слова, которые я уже... Вводил, потом начинаю их искать. Блин, сыпь не получится, да? Крот. Есть 41%. Всего лишь 41%. Порт. Так. Ропс. Не знаю. 10 секунд. Но этого, видимо, недостаточно. Даже 50%. Well, а, нет, зачетно. Прекрасно. Мне любопытно, как вы справились с более сложной задачей. Нормально. Так, твои извинения будут эффективны теперь более. Замечательно. Плюс красноречие. Извини, братишка. Спокойно. Какой же ты тупой, он сказал. Ну, даже денег зато не пришлось платить. Потом на физкультуре подтянемся, и будет нормально. Так, все, отлично. Погнали на задание. Игра сохранена. Нам нужно выйти из школы. Справились, и это хорошо. Если будет дальше сложнее, то, скорее всего, я зафейлю. Потому что я и так не особо хорош стал. Так, погнали. Вижу, ты ведешь себя довольно непринужденно. Стараюсь влиться. Драками? Безобразным поведением? Это не по-бульвордски, мальчик. Да ладно, гнать ты. Что? А что мне на уши не вешай? Здесь одни хулиганы и психи. Ерунда, здесь принято так себя вести. Шутки, розыгрыши. В мое время мы считали за милое дело кастрировать новичков. Да, здорово, весело, наверное. Прекращай валять дурака, Хокинс. Веди себя как следует. Может, чему научишься. Ага, так, я пойду, сэр. Свободен. Эй, я видел, как ты левизил перед... Заткнись, пошел ты, новичок. А, перед учителем, видимо. Попробуй догони. Да, твою мать, не упусти Дэвиса. Ни хрена, он скачет. Нормально, сейчас догоним. Чтобы Джимми побежал, да, это понятно. Но это максимум, что я могу сделать. И он, честно говоря, отрывается. Будем срезать. Он через толпу бежит. Я постараюсь никого не задевать. Твою мать! Так, ладно, придется с ним разобраться. Схвати своего противника. Я понял. Так, и вот сюда вот. Можно уже добить, правда? Ладно, забейте на него, короче. Можно взаимодействовать с окружением также здесь. Все, заходим. Нажмем на экран. Вон он, говнюк. Он продолжает бегать, он просто ждал, наслаждался как, зрелищем, как я избиваю этого чувака. И здесь еще один. Так, ну здесь... Окружения никакого нет, да? К сожалению, ни мусорного ведра, ни бака. Никуда его не затолкать. Так,
Все, отлично. Открываем гаражные ворота. Все на новенького, бейте его. Это бесполезно, братан. Я слишком хорош. Минус лопатка. Нифига, он еще споткнулся, ногу сломал, наверное, себе. Извини, брат. Так, у него что-то выпало. Что это? Как взять? Какой-то энергетик, но я взять его не могу. Там галочка нарисована, но я нажимаю, но ничего не происходит. Блин, не знаю, короче, как взять. Петарду я юзать не буду пока что. Ладно, забить. Открыть. Теперь их двое. Может быть, сейчас задействовать стоит петарду. А может быть и нет. Нормально. Или не очень. Смотрите, одним ударом двоих. Я нормально, нормально, я разберусь, я разберусь. Или нет, я не уверен. Хватаем этого говнюка. Нормально, я и с двоими неплохо разбираюсь. Шо отсюда, сыпь говна. Так, можно бросить кирпичи и крышки во врагов. Нажмите. Так, понял, понял. Кирпич. Поднимаем. Зигзагами, зигзагами. Теперь бросаем. Да бросай. Так, это всего лишь один кирпич. Соответственно, берем еще один. Нормально, ХП у нас достаточно. На самом деле, надо просто стоять прямо и ничего не делать, чтобы... Он нас победил, одолел. Так, я подумал, это кирпичный журнал, какой-то красный. Все, минус этот чувак. Целую банду развалил, можно сказать. Уважение хулиганов. Вы получили рогатку. Так, в зависимости от задания ты получишь положительное и отрицательное отношение тусовок. Чтобы видеть свой рейтинг отношений тусовки, нажми на радар и перейди в статус сведения. Так, с хулиганами у нас не самые лучшие отношения, с городскими вообще отвратительные, с понтовыми, мажорами, качками и ботанами у нас нейтральные отношения, так что вполне можно на них с ними поработать, например. Так, а здесь теперь не валяется ничего, да? Там какая-то энергетика или газировка валялась, и я почему-то ее взять не смог. К большому сожалению, я бы ХП пополнил себе до максимума. Так, а это что такое валяется? Зелье какое-то. Это мое. Бомба вонючки. Ничего себе. В автобус можно зайти, открыть. Не знаю зачем, правда. А здесь что-то есть. Резинки какие-то. Ну, короче, предметы, которые можно коллекционировать, собирать, здесь тоже присутствуют. Как и почти во всех играх Rockstar Games. Похоже, сейчас будем практиковаться в стрельбе из рогатки. Это школьная замена огнестрела. А мне нужно, интересно, что-нибудь... Или рогатка, она бесконечная. Бесконечные боеприпасы там, так? Тут кого-то запихал в мусорный бак. Ну, обыкновенные школьные будни. С этим ничего не поделаешь. Оставим их в покое. Погнали в школу. Так, задание прямо здесь. Начать рогатка. Обращай внимание на мигающие доски объявлений. На них, да, это мы уже поняли. Да уйди! Мужик, отвали. Я хочу просто начать задание. Ну как тебе идея, ничего? Да, конечно, я все сделал. Эй, чувак, как оно? Так себе. Я тут залагал Питу свою идею. Я хочу захватить школу, то есть... Я хочу, чтобы мы захватили школу. Что за план? Не боюсь, Джимми. Так, как это мыслишки. Это жестокий мир, друг мой. Если ты сильный, нужно избавиться от слабаков. Вообще, чуваки, предоставьте планирование мне. Че? Через плечо. Других слов не знаешь? Знаешь, Питти, ты был прав, Джимми реально туповат. Ты что там вякнул? Эй, полегче. Я в том смысле, что надо быть тупицей. Тебя несколько раз выгоняли из школы. Спокуха. Ну, в смысле, что ты либо тупой, либо у тебя в башке каша из-за проблем в семье. Ты что вякнул, коротышка? Ладно, чувак, остынь. Гарри выдирает слова и контекст. Ты просто гонишь, Питти. А это нехорошо. Знаешь, что мы делаем с теми, кто врет? Нет, нет, я не вру. Мы бьем их по яйцам. Блин,
чувак явно шизофреник, на таблетках сидит, неудивительно. Пошли, Джимми, давай глянем, на что способна твоя новая рогатка. Не волнуйся, друг, я все замещаю и все слышу. Вместе мы горы свернем. Бедный мужик. Так, уже вечер. К школьному автобусу, я как раз там был. Приятное место. Так, а я опаздываю? Или вечерние занятия это будут вообще? Я опаздываю на них? После полудня. А, грамматика после полудня как раз-то была, да, все. На следующий день потом ИЗО у нас утром и физкультура после полудня. Так, окей. Будет круто, если на физре какие-нибудь мини-игры будут, типа баскетбол или что-то вроде того. Так, я не туда побежал, судя по всему. Смогу ли я здесь как-нибудь перелезть? Нет, не походу. Ну ладно, ничего страшного. Я надеюсь, Гэри не убьют, а то у него какая-то подозрительная шкала здоровья справа. Может быть сейчас... Ну, очевидно, мне кажется, на нас кто-нибудь нападет. И это нам как раз придется испробовать всю нашу рогатку замечательную. Так, куда-то сюда. Может быть, это другой автобус? Нет, по-моему, все тот же автобус. Посмотрим, сможешь ли ты выбить стекла в том автобусе. Можешь попасть из ним по нему из рогатки? Так, я, похоже, сначала должен попасть по этим ребятам. Но здесь автоприцеливание, так что изи. Суп говна. Блин, надо рогатку убрать, короче. Что я делаю? Крапивку, типа? Так, все, минус один чувак. Последний остался. А нет, их двое. Жалко, здесь блока какого-нибудь нет. Все, готово. Так, теперь берем рогатку. Чтобы прицелиться, нажми. Выбрать заряд и выстреля. Я не в него хочу. Как автоприцел убрать? Я не хочу в него стрелять. Заряд выстрелить, удерживая, отпусти, чтобы поменять цель. Проведи пальцем. Нажми снова, чтобы выстрелить. Ага, понял. Ну, это не очень удобно, честно говоря. Хотя не нормально. В конце концов, это автоприцеливание. Все, готово. Их сбили каких-то парней. Лучистая кола. Вот, теперь предмет взялся, автоматически подобрался. Все, братан. Че дальше? Так, теперь на футбольное поле. Здесь пройти вряд ли получится. Да, у нас действительно бесконечный боезапас для рогатки. Гарри, братан, мы, может, пойдем? Ладно. Хочет постоять, видимо, поразмыслить над тем, как он ведет свою жизнь, над своим мировоззрением. А мы отправляемся на футбольное поле. Тем временем все быстрее и быстрее темнеет. Надо, наверное, успеть до темноты. Нас, скорее всего, ловить будут. Даже несмотря на то, что мы выполняем задание. Но осмелюсь предположить, конечно. Так, нормально, у нас фулл ХП. Все замечательно, вот и футбольное поле. Спрячься на дереве и жди футбольной тренировки. Похоже, мы по футболистам сейчас будем стрелять. Еще кирпичи, смотрите, валяются. Или что это? Нет, это яблоки. Так, чтобы залезть на дерево, нажми... Соответствующую иконку. Чтобы спрыгнуть, нажми прыжок. Так, сесть на ветку. А вот и футбольная команда. Да, без слез не взглянешь. Еще кружок и хватит ныть, быстро. Чтобы начать целиться, дважды по левой стороне экрана. Так, ну все-таки самостоятельный прицел здесь имеется. Усиление выстрела, выстрел из рогатки. По движущим целям. Сейчас, подождите, я задержу. Эй! Не особо получилось. Прямо в задницу. Блин, камера перемещается очень медленно, поэтому это не так просто, как хотелось бы на самом деле. Так, подождем, пока они остановятся. Мне кажется, по движущей цели не так просто будет попасть. Так, отжимается, нормально. Эй! Сукин сын. Все-таки успел убежать. Они не замечают вообще, что происходит, они продолжают тренировку. Не, нормально, по движущей цели тоже можно легко попасть.
все, готово в футболе. Минус футбольная команда. Уважение ботанов, плюс 5. Так, все, наверное, погнали спать. Ложить спать можно с 7 вечера. По звукам храпа ты легко найдешь свою комнату. Звук храпа имеется в виду значок на мини-карте. Так, ну вроде пока что еще можно разгуливать по территории. Смотрите, здесь куча народа. Вроде как-то нас ловить не будут. Хотя уже 10 почти. Видимо, после 12 нас начнут отлавливать. Так что лучше давайте поспешим. Мне кажется, лучше поспешить. Так, дальше. Идем дальше. Хотел уже в это здание начать заходить. Ну, рогатка себя неплохо показала. Плюс у нас еще какая-то бомба-вонючка есть. И дополнительно в нашем комплекте, в нашей экипировке, также есть петарды, которые мы еще до сих пор не опробовали. Скорее всего, петардами можно и толпу отогнать. Потом посмотрим, как какая-нибудь ситуация произойдет. Мы, кстати, дома можем изготавливать петарды. Надо будет тоже с этим ознакомиться и посмотреть, что нам нужно вообще для изготовления. Да заходи, твою мать. Блин, вот это, конечно, раздражает. Чуть-чуть не попал в это место. Так, задание мы прямо сейчас можем начать, но лучше, наверное, все-таки поспим. Чуть не попал в область, и кнопка исчезает. Так, сменить одежду. Ложись спать. Ровно в 8 утра ты встанешь свежим, как огурчик. Давайте засейвимся. На всякий случай, хотя там автосохранение было. Так, и теперь ложимся спать. Отдохнем, сходим на урок, и потом выполним еще одно задание. А может прогуляем, не знаю. Но лучше пока что, наверное, посещать, хотя бы изучить все эти мини-игры. Так, и вот наша домашняя лаборатория, смешать химические элементы. Да, я бесплатно, похоже, могу получать петарды и пополнять боезапас. Так, два текущих задания у нас есть. Сколько там время? Я успею на занятие, если сейчас начну выполнять задание? Время 8. Не, наверное, все-таки мы на задание сначала отправимся. Я забыл, во сколько оно начинается. Было бы написано. Просто написано утро. Изобразительное искусство у нас. Давайте пока с ребятами общаемся. Мужики. Гетушитель, смотрите, можно взять. Но сомневаюсь, что на уроке изобразительного искусства мне понадобится огнетушитель. Так, это задание. Картины прекрасные. Хочется просто прогуляться по школе, на самом деле, спокойно. Но это такая замечательная школа, где постоянно на тебя орут, кто-то нападает, хватает тебя, толкает и так далее. Здесь спокойно-то особо не погулять. Да, вот-вот начнется занятие. Давайте спускаться вниз. Точнее, идти в школу, в сам корпус основной. Помню, чтобы добраться до класса, да-да-да. Погнали, надо было сразу это сделать. Сейчас посмотрим, что нам предстоит делать на уроках изобразительного искусства. Так, это где-то наверху. Должен успеть. Никаких прогулов пока что. Кстати, со шкафчиком могу взаимодействовать. Изодин. Здравствуйте, дамы и господа, я мисс Филлипс, и я рада представить вам удивительный мир искусства. Так, помощь к уроку Изо. Отсекай прямоугольники, чтобы открыть спрятанный рисунок. Открой изображение, не столкнувшись с противниками. Ё-моё. Летун, ползун, взрыватель, ускорение, бомба. Прям полноценная, прям супер-мини-игра какая-то. Так, я не понял ни хрена, но давайте попробуем. Нажми, чтобы продолжить. Так, я, кажется, начинаю догонять. А по экрану нельзя водить? Можно. А нет, нельзя, джойстик появляется. Просто, короче, вырезаем кусочки. При этом скорость у нас небольшая. Ах ты, свинья. Так, ну, слушайте, похоже, я зафейлю ИЗО, честно говоря. Давайте по маленькими квадратами, что ли. Пока что никто не пристает к нам. Нормально, успел. Так, ну, здесь вот какая-то замечательная картина. Так, спокойно, спокойно, ждем, пока ластик. А ластик я убить могу? Скорее всего, нет. Так, спокойно, 60%, 67%. Но ограничений по времени здесь вроде как нет, на самом деле. Что хорошо, конечно.
Нормально. Это только первая картина, судя по всему. Это она? Это учительница? Отлично! Когда-нибудь занимался с преподавателем? Чем занимался? Я бы занялся, так сказать, дополнительными уроками. Менять подарок на поцелуй. Отличная возможность. Где же это тебе? Не знаю, откуда я взял эти цветочки. Ну, хотя бы это меня не засасывает. 25%? Блин, это неплохо. 25%, 25% бонус к здоровью. То есть дополнительное здоровье. Это, считайте, броня. Надо найти конфеты и цветы, которые можно подарить. Видимо, их просто находить. Возможно, здесь их также можно приобретать. Не знаю, к этой маленькой школьнице. Так, в шкафчике спрятаться. А здесь... взломать замок. Ладно, пока, наверное, не будем. Нас, скорее всего, запалят. Хотя... не, мне кажется, не стоит пока этим заниматься. Что ж, друзья, на этом мы, пожалуй, остановимся. Всем спасибо за просмотр и до новых встреч.